Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня я хочу показать свои растения. Первые дни весны. Но растения, конечно, это все чувствуют. Все такие прям веселенькие стали. Карамель Марбл. Посмотрите, какая она огромная. Вообще листья такие. В общем, место занимает, я могу сказать, очень много. Потому что у нее лист, ну, сантиметров, наверное, 60, наверное. Ну, точно. То есть, не знаю, как на видео это смотрится, но если посмотреть на нее реально, то очень-очень большая, очень раскидистая, очень красиво смотрится. Я прям рада, что у меня есть это растение в моей оранжерее. Прям вообще красоточка. Ну, это филодендрон, кто не знает. И посмотрите, листья постоянно выкручивает новые. И мне нравится, что цвет листьев у молодой вот таким цветом, такие какие-то буро-коричневые такие. Ну, варигантности, конечно, у нас нет, но и ничего страшного, зато такие красивые листья, большие. Бугенвиллия везде-везде начинает зацветать. Такие. Давно не показывала свою примерию. После обрезки меня многие спрашивают, как чувствует себя премьерия. И вот, пожалуйста, растем. Листочки хорошие, чистые. Но опять же, я спасаюсь ошейником. Купила ошейник в зоомагазине для собак. От клещей, блох там и т.д. И, в общем-то, видите, листочки хорошие. Все-таки работает. Но его нужно менять часто. Ну, хотя бы вот раз в месяц его менять, чтобы действие его как-то бы сказывалось. Ну, а вообще он действует очень хорошо. Видите, листочки какие. Монстера. Ну, мы все растем. Листья большие, красивые. Ну, здесь сейчас солнышко, так вообще. Мурая, смотрите, тоже появляется новая зелень. Где-то появляются бутончики. Ну, у нее это периодически. Здесь у меня алоказия. Ну, здесь, конечно, солнышко сейчас, очень все хорошо. Там у меня флебодиум. Такие листья тоже огромные у него. И рост идет. Русселия перезимовала тоже хорошо. Я ее немного так, конечно, обрезала ее. Но сейчас в скором времени я ее вынесу на веранду. Кофейное деревце, там Бали, Балюня, Бали, зайчик. Ну, мединила, вообще красотка. У нее прям скоро-скоро, ну, не знаю, успеет ли она к 8 марта. Посмотрите, тот-то вообще розовый уже. Он скоро будет выпускать уже. Цветы будут появляться из этого цветоноса. Цветонос огромный. Ну, у него вообще очень большие цветоносы. Так красиво смотрится. Красотка моя. Обожаю это растение, конечно. И везде, везде, везде. Везде цветоносы.
В общем, все хорошо. А дыню мы здесь на солнышке тоже повеселили. Это у меня лимон такой. Такие листья тоже большие. Новые веточки. Ну, пока не вижу, чтобы он набирал цвет. Но рост у него очень такой хороший. Он-то был вообще лысенький после обрезки. А листья вообще, посмотрите, какие листья большие. Посмотрите, вот. Вообще очень большие. Весна, конечно, действует на растения очень положительно. Папоротники тоже стали такие прям зеленые, такие, ну, хоть бы и зимой-то стоял такой хороший. Но сейчас вот солнышко попадает, так он вообще такой прям стал. Такой жирненький, такой цвет такой зеленый, насыщенный. Видите, какой вообще хороший. Ну, пойдемте дальше. Здесь у меня сюда переехал фикус Али. У меня здесь стоит, так как вот солнце там не совсем он любит. У него начинают портиться листочки. Поэтому я его поставила здесь. Здесь ему светло и хорошо. Бугенвиллии, конечно, радуют своим цветением. Смотрите, как мило, как нежно. Но это сорт Мисс Универ. Мне нравится этот сорт. Белый с розовым. Видите, как нежно все смотрится. Прям красиво. Здесь у меня орхидея продолжается. Стена довольно-таки уже долго у меня цветет. Это мельтония. Такие хорошенькие, красивенькие цветочки. Здесь тоже у меня филодендрон. Такой раскидистый тоже стоит. Везде все цветет вообще. Здесь орхидея. Это орхидея камбрия. Такие ароматные цветочки у нее. Ну и красивые, конечно же. У нее прям достаточно много цветоносов было, потому что вот здесь вот два цветоноса цвели, здесь вот цветонос, там еще появляется. То есть это домашнее цветение. Очень, очень красивые, яркие такие. Ну, это моя огромная гордения. Ну, это у меня здесь в основном орхидеи. У меня недавно был обзор, но я немножко покажу, конечно. Очень такое красивое зрелище. Такие цветоносы огромные просто. Посмотрите, какая красота. Очень нарядно смотрится. И вот у меня сегодня еще распустился вот такой цветок. Мои красавицы. Так посмотришь, прям глаз радует вообще. Очень красиво. Хочу показать вот мандарины свои. Смотрите, видите? Желтеют. То есть скоро поспеют. И вот тоже не пойму, то ли это мандарин, то ли лимон. Ну, покупала саженец как мандарина. Ну, просто цвет такой желтоватый какой-то. Вот я не вижу, чтобы рыжий был. Видите? Сейчас еще покажу. Там вот вообще прям видно желтое. А, вот здесь вот видите, видно. Прям такая желтизна-то уже появляется. Ну, неважно. То ли это будет лимон, либо мандарины. Все равно цитрусы в домашних условиях. Это, конечно, классно. Будем пить чай с лимоном. Здесь у меня традисканция такая. Посмотрите, пушистая. Но я ее постоянно стригу. И она, посмотрите, какая. Ну, красивая. Мне нравится. Это тоже мой
папоротник, красавчик. Ну, хорошо растет. Но здесь пойдемте уже бугенвилли. Вот такое буйство красок. Посмотрите, как красиво. Там яркие такие. Ну вот вообще, смотрите, как красиво. Варигатная. Тоже появляются везде цветные предцветники. Здесь ветка тоже, посмотрите, вся. У меня, в общем, аквариум здесь полностью в растениях. Антуриум тоже такой хорошенький. Тоже цветы появляются. У монстеры листья варигатные тоже появляются. Здесь я фикус вместо монстеры сюда поставила. Тоже прям видно, да, где зелень-то новая у него. Отличается по цвету и очень красиво смотрится. Вот еще хочу поближе показать. Такие яркие предцветники. И там прям в окно уперлась ветка. Надо мне как-то ее оттуда поправить. Вот, представляете, какая красота. Везде. Даже вот здесь у меня стоит диван. И над диваном свисают вот такие вот бутоны. Бугенвиллия. Ну, света им хватает. Цветут. Может, конечно, не такие яркие, но все равно. И вот такая бугенвиллия. Это у меня в ванной комнате. На окне. Ну, окно тоже такое цветущее. Это у меня в маленькой комнате. Смотрите, кто проснулся у меня. Гиацинты. Перезимовали самостоятельно на веранде. И везде точки роста. Посмотрите. Там тоже зелененькая появилась. Тут у меня адеши просыпаются. Здесь вот адеша проснулся, цвести начал сразу. Там еще бутончики появляются. Они, конечно, прикольно смотрятся. Ну, адешкам, конечно, нужно солнышко. Хотя бы половину дня, чтобы прям их жарило. Прям вот им нравится вот это. То и вообще целый день, чтобы солнце падало. Но здесь такого пока нет. Это у меня ванильный абутилон. Смотрите. Весь в цветах. Бугенвиллия. И желтый бутилон. Опять весь в бутонах. Скоро будет стоять опять весь желтый. Вот один цветочек у него распустился. А так появляется очень много. Видите, сколько бутонов. Таберни Монтана. Посмотрите, сколько бутонов у нее уже вот. Вот-вот распустится. Думаю, завтра распустится. И на этой веточке тоже бутоны. И прям такой уже, раз распускается, такой аромат стоит. Ну, пахнет она как гордения. Похоже. Но она и сама схожа
с гордыней. Ну, растения все в хорошем состоянии, могу сказать. Перезимовали все хорошо. И, конечно, ожили с весной. Весну, конечно, растения очень хорошо почувствовали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.